Всем привет, мои родные, любимые, христолюбцы, братцы, сестры во Христе, все люди на земле. Всем желаю радости, любви и счастья в этой жизни, земной, а потом и небесной. Давно не виделись, всех, всех рад видеть. Хочу записать ролик опять, ролик обращения не для себя, для другого человека. Это Ольга. Она мама двух прекрасных детей, она сирота, у нее дефект речи, волчья губа или, по-моему, что-то такое. Недавно девчата добавили ее в группу к нам в Телеграме. Вот, у нее трудности, как у нас часто это бывает. И я хотел бы, как всегда, записать ролик с обращением. Сами мы сколько могли, помогли. У нее там набежали долги за газ, за свет, за воду. Она живет в частном доме, но он с газом. Она как-то все сделала ради детей, чтобы там не отобрали службы наши, которые нас защищают и берегут. Вот. Ее там девчата нашли ее обращение и тоже добавили. Я с ней лично тоже в ВКонтакте общаюсь, в группе сейчас там все девчата общаются. Вот. Ну, как я уже говорил, с тех пор, как я перестал записывать ролики, те, кто могли помогать, все почти от меня отвалились, а те, кому нужна помощь, все прибавляется. Вот, поэтому сам я сколько стараюсь, по силам возможности тоже помогаю. Вот. Окружают меня теперь в основном одинокие мамы, многодетные. Вот. Но я с радостью, что могу, для них делаю, и всех призываю, кто еще слушает иногда какие-то мои эти выпуски. Я тоже призываю, хоть по 500 рублей, там небольшие на самом деле мне долги, там еще осталось за свет 7 тысяч, это совсем немного набежало, при условии, что она топила живот газом, но за долгое время. Ей тяжело устроиться на работу, я не хочу сюда включать ее речь, вот. Она очень часто пишет голосовые сообщения, что в личке, что в группе у нас сейчас. Кто хочет, я ссылку в описании к ролику оставлю. На ее группу, на ее личку ВКонтакте, я думаю, напротив не будет. Можете сами написать, все узнать, познакомиться. Вот. Я говорю, она у нас сейчас в группе в Телеграме, мы там тоже девчата общаются. Вот. Кто захочет, услышит, как она говорит, она, видимо, не стесняется и постоянно пишет аудиоролик, хотя понять очень тяжело, что она говорит. Вот. Но она старается. Вот. Так что ей, конечно, тяжело устроиться на работу, ну, помимо того, что у нее двое детей. Вот, сирота, мужа нет, родственников нету. И вот то, что такое состояние. Так что там небольшие, там за воду тоже около 5 тысяч, я думаю, соберем. Вот, так что 100 рублей, 500 рублей тоже деньги, я думаю, она будет очень рада. Главное помочь человеку выбраться из ямы, а там уже поставить на ноги. Она трудолюбивая, она умеет учиться там, по-моему, сейчас на повара от биржи труда. Вот, я думаю, все у нее получится, так что давайте всем миром по нитке поможем, сколько сможем. Вот, нет у нее ни стиралки, хочется тоже помочь. Вот, так что сколько соберем, они лишние не будут. Плюс она там живет, естественно, на копейки все равно, так что надо и детей кормить. Так что вот так вот. Ну, фоточку я и поставлю здесь. Так что все, кто меня помнит, призываю помочь. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.